Ангарск, всем привет! Рубрика «Быстрый опрос», Иван Сапов. Сегодня мы представим такую сказочную ситуацию, как будто к нам приезжает сам Сергей Жуков. И спросим у людей, любят ли они его, слушают и придут ли на фан-встречу с ним. Ну что, мы начинаем, поехали! Крошка моя, и продолжайте. Да, много песен. Крошка моя, да. Я так фанатела от тебя вообще. Я даже поправляться начала, когда ты начал поправляться. Руки вверх, Сережа Жуков. Я обожаю «Руки вверх». Я маленький был, слушал его. Всегда танцевал. Забирай меня скорей, уноси нас до морей. Еще одна, давай, смотри. Кружка моя, я по тебе скучаю. Здесь и точек. Для Сережи дорогого ничего не жалко, верно? Это кто такой? Вы даже не знаете, легко выигрываете игрушку? Сергей Жуков, «Руки вверх». А, ну тут знаю. Какой трек вот есть? Нравится какой-нибудь? Ну, не знаю. Где вы, девчонки, доходите? О, огонь! Погнали. А что, к вам приезжает, что ли? Да, приезжает. И let's go. Опа! Ладно, все, вы почти выиграли. Большое спасибо. Хорошего вам дня и классного настроения. То есть и семья, коллеги, друзья, все любят Сережу. Вы знаете, разного поколения нравится эта музыка. Ну, это легендарная группа, да, потому что... Да, я так думаю, она захватила разное поколение, поэтому... И молодежь тоже ее, кстати, очень любит. Здорово. А, смотрите, как вот, если вы так любите Сережу, пару теплых слов. Сергей, приезжайте в Сибирь. В Сибири живут самые лучшие люди. Мы вас очень ждем. Все, Сережа, у тебя такие верные фанаты, такие как я, и еще раз имя? Светлана. И Светлана, так что приезжаю. А, есть чехол с Сережкой Жуковым? Нет, к сожалению, чехла с Сережкой Жуковым. Вот как так? Вам не стыдно? Нет, стыдно, около вида. Вы любите Сережу Жукова? Ну, когда-то слушал. Когда-то слушал. Надо каждый день его слушать. Руки поднял! Руки поднял! Что? Руки вверх! Я руки вверх, да. Вот мы и узнали у дорогих ангарчан, как они относятся к Сергею Жукову. Знаете, я удивлен. Почти все сказали, что его просто обожают. Так что, Сережа, мы ждем тебя в городе Ангарске. Приезжай через месяц, через два, через год. Мы будем тебя ждать.